центре деятельности общественных молодежных организаций и объединений Казанского федерального университета прошла онлайн-конференция. Эта конференция, с одной стороны, она молодая, но с учетом нашей формы проведения мероприятий, она имеет свою большую историю. Это были изначально дискуссии, это были изначально разговоры, какие-то споры, затем это было организовано в круглые столы. И действительно, у нас есть постоянные участники. Департамент по молодежной политике совместно с Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций провели на базе платформы Zoom ежегодную всероссийскую конференцию по теме «Информационная безопасность в современном обществе». В программу конференции вошло пленарное заседание, работа трех секций и подведение итогов. В конференции приняли участие руководители, научно-педагогические работники и обучающиеся образовательных учреждений, представители органов власти, антитеррористических комиссий, правоохранительных структур, общественных организаций, а также исследователи и практики. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.